Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Яно Самайоктам Бинда Ванам Манохар Ванша калпатару ашаки пасинда бевач. Патитананг павуне бхавишнаби бхё намо намаха. Муканг кароти вачаланг пангунланг хайтигирин. Ятки патамаханг банди парамананда мадавам. Бриндавай тулсидеббай пиявай кешавасач. Шна бхакти пади деви сатва ваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта норанчайва нараттамам. Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудира. Санкиртане Кришна катхопадеше. Гаурия патрасьо пракасанеша. Садануракта гуру бхакти йокта. Бхакти прамадакха жагодбарунья, дейям сада парибхавагнам авиштадухам, тетхас падам сива виранчанутам сараньям, бхитатихам панатабал бхавадипутам, банде махапурусате чаранаравиндам, ятпада паллаванака чандамани чатая, Виспуриджита кимепикапавадусва дарш, Пурнануграса сагра сарамурти, Сарадхикамай када кипам гарус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита Бхужау Канука Бодато Санкетанай Гапитару Камала Йотакшам Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадаси Нитьям Бхавану Рупена Садана Ранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясасти хиде самбид, твам нишингамахам бхаже. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе. Кришна Бхакти Судха Панат Дехо Дойхи Кови Срите Тесам Панчо Бхаутик Дехо Пи Сачидананда Рупата.
Krishna Bhakti Sudha Panat Deho Doihika Visrite Tesham Panchohotik Deho Pi Sachidananda Rupata. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что в наставнической преемственности Рада Анугати Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что в преемственности Рада Анугати чувство Тринадапи, оно естественно. В преемственности Рада Анугати, Тринадапи, оно естественно. И суть в том, утром я говорил об этом сегодня. Когда вы можете найти нечто великая, то тогда ваша голова, она автоматически склонится перед этим. Я вчера, точнее, сегодня утром говорил про пандита, его звали Мадана Махан Маладбья. Он был великим ученым, пандитом в Северной Индии. Он основал Бенарасский хинду университет, знаменитый во всем мире. И он говорил, что я никогда не кланялся в своей жизни никому, кроме Верховного Господа. Но я не знаю, по какой причине, когда я встретился с Шрилой Бхакти Сиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой, то моя голова, она автоматически склонилась перед ним. Величие Шрилы Прабхупады – это единственная причина. В человеческой жизни вы уже знаете, обычно мы не предаемся, не выражаем почтение всем подряд. Но если мы отправимся в Гималаи, то мы увидим свою незначительность на то, то мы увидим то, насколько мы мелки, настолько малы по сравнению с Гималаями. И без этого мы не можем доказать, что мы Тринадапи, то есть не имея связи или не имея перед собой нечто великого. Многие люди говорят, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж, что у него нет смирения, поскольку он говорит очень жестко. Тринадапи значит, мы должны смиренно говорить как-то, как сказать, сладкими словами. Люди так думают. Иногда кто-то говорит, что Шрила Шанта Госвами Махарадж очень жестко говорит. А как мы можем знать, есть ли у него Тринадапи или нет? Хотя, кроме Тринадапи, мы, а если у нас не будет качества Тринадапи, то тогда мы не можем получить доступ к настоящему баджанам. И также утром я говорил, что когда Шрила Прабхупад говорил перед говорил о своей харикатхе, что служить Парамахамса Гуру, он говорил, что я готов отправиться в ад для служения моему Гурудеву. И это настоящее Тринадапи. Обычные люди, они не могут понять настроение вайшнавов. Много раз я говорил уже о том, что когда Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о себе, что он хуже, чем Джагай Матха и хуже, чем червь в испражнениях, некоторые думают, что это Тринадапи, таково его смирение. Но когда мы находим в читании Бхагавате, что Вриндаван Дас Махашой, он говорит там,
что я так столько труда вложил в описание славы, величия Нитянанды, Гора Нитянанды, и те люди, которые не примут Гору Нитянанду, я готов пнуть их по голове. И как можно? И многие думают, что Вайшнав не может так говорить. И Вриндаванас Такур, у него наверняка нет чувства Тринадапи и никакого смирения. Но будьте осторожны. Много раз я говорил о том, что логика, она не может находиться на пути к абсолютной истине. Когда бы мы не изучали шастры, то их, чтобы понять значение шастры, нужно следовать Гуру Парампаре. А если мы оставим Гуру Парампару и будем пытаться извлечь какое-то логическое значение из шастры, то мы будем обречены на провал. На бенгали есть такая пословица, что настоящее значение шастры можно получить только если мы находимся в чистой Гуру Парампаре. Иначе мы не сможем получить никаких заключений должных, не сможем понять должное понимание Писаний, поскольку суждения по шастрам, как сахаджи, могут, то есть о шастрах могут говорить как также сахаджи, поэтому просто кого попало слушать, это не выход. И вот суть в том, going to misunderstand Vrindavanas Thakur. Наша Гурвага говорит, что if I want to speak frankly, Vrindavanas Thakur is more merciful. Он более милостив, чем Кришнадас Кавирадж Госвами. А почему? Хотя внешне выглядит по-другому. И суть в том, что Кришнадас Кавирадж Госвами, он выражал свое почтение, свое смирение так, а Вриндаванас Такур по-другому. Но наша Гурвага говорит, что когда Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о себе, что ниже, чем червь в испражнениях, а Вриндаванас Такур говорит, что он готов пнуть каждого, кто не принимает и не понимает величия Гур Нитянанды. И как же они одинаково смирены? Можно сказать даже больше, что Вриндаванас Такур, он более смирен, поскольку если Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит о себе так, то гордые материалисты, они могут сказать, что тот, кто считает себя ниже, чем червь в испражнениях, что толку слушать его философию. Он, смотрите, о себе как говорит, что он хуже, чем червь в испражнениях, и что толку его слушать. Но чем больше мы видим великолепие лотосных стоп Радхарани, и поэтому Прабхупада Сарасвати Пад говорит так, Yatha yatha gaurapada arvinda vindeta bhakti mikita punna rasi tatha tatha utsarpati hidya kasma radha padam mujo sudhambu rasi. Ava Rasika Acharya. И вот наш Расика Ачарья. Прабхудананда Сарасвати Пад. Прабхудананда Сарасвати Пад говорит. Yatha yatha gaurapada arvinda vindeta bhakti mikita punna rasi. How much dedication you have for your Guru? Сколько преданности у нас есть к нашему Гурудеву, что мы, чем мы чем мы пожертвовали в своей жизни ради Гурудева, чтобы говорить о себе как о Гурудасе? Во время Гуру Пуджи мы можем купить кучу цветов, предложить стопам Гурудева, и что вы думаете, Гуру Пуджа на этом закончилась? Никогда. Никогда. До тех пор, пока мы не предались полностью лотосным стопам Гурудева, то до тех пор наша Гурудева, она, Гуру Пуджа нашему Гурудеву, она не совершенна.
подобно математической формуле, я могу доказать. I can prove like mathematics. If A is equal to B, если A равно B, if A is equal to B, if A is equal to B, if B is equal если to C, B равно C, if C is equal to D, если C равно D, то тогда логически A равно D. И нам не нужно так много изучать математики. То есть если все слагающие равны, то первое с последним, они также равны. И вот если мы у нас нет качества смирения, то тогда мы не сможем видеть сварупы образа Гурудева, то как же мы можем поклоняться тому, чего мы не видим и не знаем, и то, о чем мы не можем думать нашим материальным умом, и как мы можем поклоняться такому Гурудеву, который находится на таком возвышенном положении. Все наши татва-ачарьи, они предупреждают нас. Рупа Госвами также говорит, ай муктакулару пасяманам харинам, вот в этой шлоке, муктакулару упасяманам, что это значит? Это слово используется во множественном числе, те, кто освободились от влияния материи и всей материальной энергии полностью. И потом, когда уже эта материя, она не может повлиять как-то на ум чистого преданного. Для нас обусловленную душу Шрила Прабхупада однажды сказал, Шрила Прабхупад сказал, если мы находим, что нет никого, кто бы защитил нас, обусловленных душ, то тогда в любой момент эта материальная природа, она может напасть и напасть и скинуть нас вниз. Но не каждый может чувствовать то, что я хочу сказать. Если у меня нет преданности, если у меня нет защитника, то есть кто-то может 30 или 40 лет иметь так как называемое посвящение, но то, что хотел сказать Шрила Прабхупада, мы должны осознать это. Если мы не находим никого, кто мог бы защитить нас, я имею в виду, у нас нет полного предания Гурудеву, то тогда Майя, она может принять какую-то форму, которая скинет нас вниз. Что значит это окружение или это Майя? Это то место, время, обстоятельства, в котором мы находимся согласно нашему сукрити. Что такое юкта-вайраги? Юкта-вайраги – это гармония со всем. Просто говорить очень просто. Но то, что мы не можем осознать, у нас нет права говорить об этой философии людям. То, что мы не можем осознать сами, то у нас нет права говорить об этом. То, что хотел сказать Шрила Прабхупад, если мы полностью предались лотосным стопам Садгуру, Парамхамсагуру, такому как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тагур или Шрила Бхактивинода Тагур, то тогда и только тогда у нас может быть даршан, видение. Почему я начал с этой шлоки? Сейчас я пришел к заключению. Сударшан. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны каждый день, каждый момент молиться Сударшану, чтобы он дал нам прекрасный даршан, видение духу, поскольку материальными глазами мы можем видеть только материальные вещи и все, что связано с материей, такой у нас даршан. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны молиться день и ночь, чтобы
Сударшин, он исправил, он даровал нам божественное видение. И вот так исправить, улучшить свой даршан, свое видение, то это есть Харибаджан. Если ваш даршан, он стал более возвышенным, совершенным, то это есть результат баджана. Поскольку Парамхамса, Гурудев и чистые вайшнавы, они сравниваются с трансцендентным медиумом, через которого мы можем видеть, что происходит в том трансцендентном мире. Мой Гурупад Падма Парамхамса Гурудев, он подобен прозрачному медиуму, через которого мы можем видеть, что есть что в трансцендентном мире, а просто используя материальную философию, материальный ум или материальную память, этого недостаточно. И поэтому Расикачарья Прабодхананда Сарасвати Пад говорит, что чем больше вы привлекаетесь лотосными стопами Шри Чайтаньи Махапрабху, и чем более вы привлечены, так много людей, но редко кто привлекается Шри Чайтанья Махапрабху или Шрила Прабхупады. А почему? Поскольку Гурупад Падма, Верховный Господь, они подобны магниту, и мы, по идее, должны привлекаться ими. Но подобно тому, как железо, которое ржавое, оно не притягивается к магниту, и также с нами мы подобны ржавому железу, которое не притягивается даже к мощным магнитам. Из-за этого, из-за этой ржавчины, такого притяжения нету. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил Чато Дарпана Марджанам, с помощью санкиртаны мы должны очистить свое сердце. Это первое. А Прабхунанда Сарасвати Пад говорит, что чем больше вы привлекаетесь лотосными стопами Гуранги, вашем, и тогда в вашем сердце вы найдете поток бхакти. Бхакти – это… Многие люди спрашивают, что такое бхакти. Одним словом объясните, что такое бхакти. Что вы имеете в виду под бхакти? И Шрила Прабхупад сказал Бхакти Сиддханта Сарасвати, бхакти – это естественное состояние вашей души, это естественно, но сейчас для вас это неестественно, поскольку это естественно, вы должны привлекаться лотосными стопами Шри Чайтанья Махапрабху, и кто может не привлекаться его стопами? Утром я объяснял эту шлоку. Что говорить о людях? Даже собаки, они могут получить вкус, аромат лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому те пчелы, которые летают вокруг, те медовые пчелы, которые летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, они чувствуют огромное, огромное влечение к нему. Но мы привлечены майей, мы не можем доказать, что мы находимся вне влияния майи. Мы не можем коснуться к Шалаграму или Гирираджу и сказать, что мы свободны от влияния майя. А если мы сможем, то это доказывает, что мы полностью находимся в майе, поскольку те, кто избавился от влияния майя, они все же думают, что они находятся под ее влиянием. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел сыграть драму в Чандра Шекар Ачарья Бхаване.
И в то время Махапрабху сказал и вот Махапрабху сказал, что скоро будет драма, но те, кто не могут контролировать свои органы чувств, они не допущены к участию в ней. И Адвайта Гасая сказал: «О, Прабху, я тогда не могу участвовать». И Шивас Пандит тоже сказал: «Мы в Майе находимся, как мы можем». И вот Господь говорит, что только те, кто находится вне влияния Майи, те, кто могут контролировать свои органы чувств, только они могут участвовать в этой драме. И Адвайта Гасай и все спутники Махапрабху сказали, что: «О, Прабху, мы не сможем пройти этот тест». И Махапрабху засмеялся: «А кто же тогда будет в ней участвовать?» Actually, I am going to bless you all. Я благословляю вас всех. When you are going to когда вы see, watch the drama, будете смотреть на эту драму, никакая майя не сможет задеть вас. Это слова самого Махапрабху, это в Чайтанье Бхагавате описывается. И что это значит? Что Махапрабху хотел сказать через эти слова? Поскольку в то время сам Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать: вот Махапрабху хотел сказать то, что описывается в этой шлоке, что я ваш отец, я ваша мать, я ваш друг. Я все и вся для вас. И в тот день Шри Чайтанья Махапрабху он хотел танцевать в форме Махалакшми. И Махапрабху благословил всех своих спутников, что они могут участвовать в этой драме, и майя, она не заденет их. Шрила Прабхупад сказал, что вы не можете видеть, то, что вы не можете чувствовать, то, что вы не можете осознать, как возможно вы будете поклоняться вашему Гуру Падме Парамахамсе, разве это возможно? И поэтому я цитирую эту шлоку из Брихат Бхагаватамриты. И вот Санатан Госвами говорит: какое же состояние чистого преданного? Вы знаете все. Вы можете запомнить, какие признаки Каништа Бхакти, Мадхьямадхикари или Утамадхикари. Вы все знаете, я не буду напоминать опять. Но что хотел сказать Санатана Госвами, вы должны осознать это, чтобы войти на путь Расататвы. И вот Санатан Госвами подговорит: тот, кто всегда пьет нектар, то этот нектар Кришна Бхакти, он может сделать вас подобно пьяному. Как человек, когда он пьян, он не может ходить прямо. И также чистый преданный, который вкушает нектар. Который, и его тело такого преданного, оно становится трансцендентным.
Внешне можно видеть, что он этот преданный, его тело состоит из пяти первоэлементов, но нет. Санатан Госвами говорит, нет, вы глупы, внешне это только видимо, но все его тело, оно трансцендентно. Я хочу привести вам несколько примеров, когда Пракашананда Сарасвати спросил у Махапрабху Варанаси, что ты из нашей сампрадаи, и ты воспеваешь киртаны, какова же проблема, почему ты к нам не приходишь, ты с нашей сампрадаи, почему ты не слушаешь веданту? И Махапрабху сказал, что у меня нет права, а почему? Мой Гурудев сказал, что я глупец, и у меня нет права изучать веданту, что нужно повторять святые имена, и с тех пор, когда я повторяю святые имена, я становлюсь как сумасшедший. Шри Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Чайтамрити говорит, сам Махапрабху говорит такие слова. И вот Махапрабху перед Пракашанандой Сарасвати говорит, я не танцую. Я не знаю, почему это случается, подобно тому, как привидение, которое захватывает тело человека, этот человек уже не знает, что он делает, и также я. Подобно тому, и вот Махапрабху говорит, я не знаю, почему так происходит, Гурудев дал мне эту мантру, я повторяю ее, и я танцую и пою автоматически, и я нахожу, что повторение этой мантры, оно опьяняет меня. Я не танцую специально, это автоматически происходит. Я не знаю почему. Я просто повторяю эту мантру, и она делает меня танцующим. И это то, о чем хотел сказать Санатана Госвами. Прежде всего, мы должны избавиться от влияния майи, и как? Если мы хотим сделать это искусственно, то Гуру Вайшнава и Шрила Прабхупада не может одобрить это, но есть очень простая процедура, очень простой путь. Он дан Бхагаваном Шри Кришной Удаве, это в 11-й песне Бхагаватам описывается. Раджастамасча саттена саттанча упасаменача этат сармам гуров бхакта пурусохи анджасаджает. Very quickly. It's one kind of, very easy. But you cannot go out of Maya. You are full of Maya. Это очень просто и легко, но мы все же находимся под влиянием майи. А почему? Поскольку мы не следуем должным образом. Сам Шри Кришна Удаве говорит, о, Удав, ты спрашиваешь, как избавиться от влияния майи. Это очень, очень просто, как просто. А все в майи и не могут этого сделать. И Бхагаван Шри Кришна говорит, Раджастамасча саттена саттанча упасамена ча этат сарвам гуров бхакта пурусохи анджасаджает. Раджастамасча саттена. Раджатамо юкат бай шата. Раджа и тамагуну можно победить с помощью сатвы, и эта сатва, она также бесполезна, материальная сатва, она тоже может
стать причиной нашего рабства. И Кришна, Он советует нам, что вначале мы должны победить раджа, тама, раджа, таму, сатва, гуны. И потом эту сатва гуну упасанам, это значит подобное лекарству, избавлению. И значение этого слова упасамина-ча, мы должны практиковать бхакти-йогу, соблюдать экадаши, слушать харикатху, совершать парикраму упасам. Это даст нам освобождение в нашей жизни. Упасанам упасам не значит йога или дьяна, нет. В этом случае эти слова неприменимы. Бхакти-йога, когда мы практикуем абьяс-йогу, как в математике я одно за одним говорю, абьясена ту кунтио, значит ту, значит несомненно. You go on practicing. Мы должны практиковать. And second thing is that you will have to do your abhyas yoga. Мы должны совершать абьяс йогу под руководством чистого преданного, который, а если кто-то находится в майе, то как он может вести вас? Абьясена – это третья падеж, третий падеж в санскрите. Кем? Чем? Кем? Чем? Практикой, и это абьяс-йога. Абьяс-йогу мы не можем совершать согласно просто так, как мы хотим. Это абьяс-йога должна совершаться под руководством гуру вайшнавов, и тогда мы станем успешными. Вайрагья значит непривязанность, отреченность. Вайраги значит непривязанность, а непривязанность она невозможна практически. Это значит избавиться от влияния майи. Бхагаван Си Кришна говорит, Гуру-бхактя means not singular number. Шикша гуру, дикша гуру. Гуру значит гуру во множественном числе. Шикша гуру, дикша гуру. Мы. No, we cannot do it. Гуру means. Что значит гуру? Гуру это значит гуру Парамахамса гуру, и мы не можем разделять их, те, кто является садгуру. И вот если мы таким образом служим своим гуру, чистым гуру вайшнавам, то Кришна говорит, это автоматически произойдет. Просто постясь через день, например, некоторые люди постятся, чтобы получить доступ к красотатве, этого вреда не можем найти. Люди постятся через день, но это подобно, это сухие аскезы ни к чему не приведут. Есть более простой путь, данный Шри Чайтанья Махапрабху, самим Бхагаван Шри Кришной, самим Бхагаваном Шри Кришной. Вот в этой шлоке говорится, что служением гуру и вайшнавов, служением гуру и вайшнавам, если мы достаточно искренне, никакого лицемерия нет в нас, то с помощью служения гуру и вайшнавам мы очень легко и просто избавимся от влияния майи. Это будет обязанность гурудева вытащить нас из влияния майи. Шридхар Махарадж, он говорит, например, в этой жизни один ученик не следует полностью гурудеву, находится в майе. И вот Шридхар Махарадж говорит, может в этой жизни, либо в следующем, может через одну, когда-нибудь он будет спасен, гурудев спасет его. Иначе нет.
И таким образом мы хотим доказать, что если мы сможем служить Садхгуру чистым вайшнавам, то тогда мы сможем обрести силу. Автоматически это произойдет. Вот как говорится в этой шлоке. Джайет значит, это множественное число, джайет. И подтверждение, которое сам Господь подтверждает, и Санатана Госвами, что Он хотел сказать нам, как если, что нужно слушать Харикатху, но мы должны знать, с какого источника мы должны слушать Харикатху. Харикатха, она исходит из... Сила Прабхупад много раз говорил, что мы, наши уши, они должны стать совершенны, наше восприятие. Abnormal catching power. Catching power. Why, Maharaj? It is written that Veda is Shruti. But that time Brahmacharya is so strong. Веды зовутся Шрути. В то время Брахмачарья настолько сильна была, что если какой-то ученик слышал один раз что-то от Гурудева, он запоминал это. И по милости Гуру Вайшнавов я говорил о Рамануджачаре, о Мадхвачаре, там можно случай вспомнить, что Мадхвачаре был отрезан своим Гурудевом, что он весь день играл, ничего не учил, а Мадхвачаре спросил: «О, Гурудев, почему вы возмущаетесь, то что те уроки, сколько нужно, чтобы запомнить, совсем немного». И Мадхвачарья рассказал ему то, о чем он говорил. Он запомнил все. И Гурудев был очень удивлен. Он рассказал не только то, что он, чему он учил, а то, чему он не учил. But this kind of power you cannot have. I cannot have. It's quite impossible. И практически невозможно. It's quite impossible. So actually, from seven cantos, иметь такую феноменальную память сейчас. И вот в седьмой части Бхагаватам описываются слова Прахлад Махараджа. Nittati gayati nittati loko vaiha. Прохлад Махарадж говорил, как я говорю о славе Верховного Господа, я не знаю. Это само происходит, и мы также должны достичь такого состояния, и тогда мы можем быть уверены, что мы развиваемся, поскольку просто какая-то сухая философия она не может защитить нас. Прохлад Махарадж говорит. И сейчас я хочу вернуться опять назад к этой шлоке. Сачит Анандамай, трансцендентное тело, оно может явиться в вас. Многие, внешне это может не проявляться, например, вы садхана ситха, вы достигли совершенства в своей садхане и обрели такое трансцендентное тело. И, но смотрите, садхана ситха, когда он достигает совершенства уже, например, сегодня кто-то достиг совершенства в своей садхане и достиг успеха, и с этого дня мы не можем отличать его от нити ситха. Садхана ситха и нити ситха, их отличие только в том, что нити ситха, он уже был совершенный, когда он пришел в этот мир и ушел из этого мира. А садхана ситха, те, кто достиг такого состояния. Например, кто-то говорит, что и Гурудев Паршат, но в Татва-Сиданте, Татва-Сиданта в том, что
что вот в этой штуке говорится, кто такие спутники Верховного Господа, что, что хотел утвердить, начать, кто распространить в этом мире, и те, кто помогают исполнению желаний сердца, Чайтанья Махапрабху, те есть его спутники. Например, кто-то говорит, что все ученики Шрилы Прабхупады, они все его паршады, вечные спутники. Нет, это далеко не так, поскольку если бы все были его вечными спутниками, то как? Шридхардев Госвами Махарадж, он мог описать славу Шрилы Прабхупады в Прабхупада Аштаке, конкретно в этой шлоке. Яти раджгунай паришеб падам пранамами шада прабхупаду падам парамхамсаварам парамхамсаварам. And actually, he has taken парамхамса саньяса. Он принял саньяса веш. Шрила Прабхупада. Он его саньяса это парамхамса веш. Внешне он выглядит как саньяси. Он принял этот орден, чтобы спасти нас, но он вечный Парамахамса, несмотря на это. Патита Дхараны Критавеша Йетим, это значит, что Шрила Прабхупад пришел, чтобы спасти падших душ, то как тогда возможно, если все, кто принял прибежище у него, они все уже вечные спутники, значит, это строка противоречит. Он принял саньяс, чтобы спасти всех падших душ, что, иначе зачем он пришел в этот мир со всеми вечными спутниками и с ними же ушел, и никого не спас по дороге, то где же здравый смысл? И вот смотрите, почему мы говорим, что Нарота Мадакур – вечный спутник Гауранги? Шринивасачарья, он тоже вечный спутник Гауранги, почему мы говорим так, или Шьямананда Прабху, они все, что делали, они все делали то, что хотел сделать Чайтанья Махапрабху. Но мы не можем доказать, даже Наротама Такур, он не мог видеть Чайтанья Махапрабху физически. Прабхунанда Сарасвати Пад написал Вриндавана Шатакам, Навадвип Шатаку. Точнее, как это возможно, он никогда не был в Навадвипе физически. Ни в одну шастру нельзя найти ни единого доказательства, когда Прабхунанда Сарасвати Пад был в Гаурадхаме. Он никогда не приходил сюда физически. А как же он так подробно описал славу Гуру Мандалы? Это возможно, почему нет? Божественными глазами он видел ее, я описывал материальными глазами, нельзя видеть Пуршоттам Дхамму или Нилачал Дхамму или какую-то иную Дхамму, это невозможно. Только через милость Гурупад Падмы, через милость Гуру Вайшнавов можно видеть вещи такие, какие они есть, видеть Нилачал Дхамму, Вриндаван Дхамму, Навадип Дхамму, это главное. И вот сейчас я хочу вернуться к свидетельствам Шрилы Прабхупады в последний момент, когда Шрила Прабхупад, он оставлял свое трансцендентное тело, то в то время Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем, он сказал, та причина, по которой я пришел сюда, в этот материальный мир, the reason for why I came here in this material planet. Why? Та причина, по которой я пришел в этот материальный мир. Почему я не достиг успеха? Поскольку я не мог найти такую личность, которая был бы достоин, чтобы принять эту расу, которую я принес. Шрила Прабхупад, он говорил с тяжелым сердцем, всю жизнь я был вынужден говорить о каких-то предваряющих вещах, но они, люди, они не смогли оставить майю. Иногда Шрила Прабхупад говорил очень жестко, если всю жизнь мы будем сражаться с майей, то когда мы сможем начать настоящий баджан, когда мы сможем обрести вкус красота. Это глупо, если мы всю жизнь потратили на сражение с майей, то когда же
мы сможем обрести вкус Расататвы, когда сам Шрила Прабхупада говорил об этом, что всю жизнь мы заняты сражением с Майей. А что же дальше? Мы должны следовать точной процедуре, данной нашими ачарьями, то, что мы думаем, говорим, смотрим, как ходим. То, что, на то, что мы смотрим, все должно быть в соответствии с желаниями Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. То есть мы все должны делать согласно их воле. Все, что бы мы ни делали, все наши действия не должны контролируемые чистыми Гуру Вайшнавами, и тогда и только тогда мы сможем стать успешными. Однажды Шрила Прабхупада сказал, почему вы пытаетесь контролировать Гуру Вайшнавов, это мои обязанности, я действую как ачарья, и это мои обязанности. А зачем вы пытаетесь контролировать Гуру Вайшнавов? You can destroy your spiritual life. Таким образом, можете разрушить вашу духовную жизнь и умереть такой духовной смертью. Шрила Прабхупада говорил об этом. Обычно у нас есть склонность контролировать ситуацию как-то, а Шрила Прабхупада говорит, это один из самых сильных препятствий. Мы хотим, чтобы Гуру Вайшнава не контролировали нас, чтобы они вели нас, а не наоборот. Я не могу говорить своему Гурудеву, что ему делать, куда идти, что делать, кому посвящение давать, кому не давать. Я не могу такого делать в жизни Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Один случай был, этого достаточно. Однажды один преданный. Yes, no, you know, knowledge about what is A, B, C, or in Bengali, O, A, K, K, no, knowledge. Алфавита не знал, он такой неграмотный был. Он в Южной Индии работал этим, как и швейцаром, на воротах стоял. И когда он увидел Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, он привлекся его величием. Он был в этом охранником, работал охранником швейцаром. И вот у нас он бросил так свою работу, не предупредив даже своего этого работодателя, и пришел к Мадхава Госвами Махараджу. Пришел, чтобы остаться в Мадхе, предаться ему. И есть такая пословица, что простота – это вайшнавата, а это не совсем так. То есть, если человек глуп, то называть его вайшнавом на этом основании глупо. Как можно понять, кто, чье сердце действительно простое и чисто? Вот в этой шлоке говорится, это долгая история, это на неделю хватит. А почему я начал с этих слов, что в преемственности, в Радханугате, Тринадапи, оно естественно. Antare vahire samav kirtan maharaj, it is kirtan, simple kirtan, they are kirtan group. You should do kirtan. Слова из киртана, но мы должны петь киртаны, понимаем мы их нет, это не то классно. Мой Гурудев говорил, что мы должны воспевать киртаны, написанные Шрилой Бхактивинодой Тхакурой, нашими ачарьями. Может, мы не понимаем их значение, но сила, которая внутри этих киртанов, она изменит наше сердце. И я могу еще раз привести пример с Наротаман Такуром. Когда он отправился в Манипур, он там сидел и пел киртаны на Бенгале, и он плакал от переполняющих его чувств. All trees and birds shedding tears.
И вот он пел этот киртан. И в 10-й песне Бхагаватам тоже говорится о том, что когда Кришна, Шри Кришна играл на своей флейте, то все живые существа не плакали. И также Нарутам, когда он пил этот киртан, он проливал слезы, он плакал. И тысячи людей, которые вокруг были, они, которые слышали, они тоже плакали, хотя они совершенно не понимали бенгали. Нарутам Дакур пел, он пил на бенгале, а эти люди, они на манипурском языке говорили только. Мой Гурудев говорил всем иностранцам, когда чистый саду говорит на бенгале, я не хочу говорить, что вы иностранные преданные, мы местные преданные, это и я не люблю это разделение, мы все преданные, а иностранные, местные, заграничные, не столь важно. Почему я должен обращать внимание на ваше внешнее, как сказать, внешнее тело? Это значит, что мы не понимаем бхакти. Я не хочу использовать это слово, что вы иностранные преданные, мы индийские преданные, это плохо. Мы не должны разделять преданных и всем разные правила и предписания предписывать. Мы все должны следовать правилам и предписаниям, которые дал Шри Чайтанья Махапрабху. Амани Мададхаба значит, мне не нужна слава и уважение, я все это передаю своему Гурудеву, и если я не ожидаю от вас никакого почтения, имеется в виду, если кто-то говорит Харикатху ради того, чтобы получить уважение, почет и славу, то даже если мельчайшее желание есть почести и славы, то Харикатха, она не явится на языке такого человека. Харикатха — это не что-то дешевое. Как смотрите, Нарутам Такур, он воспевал такой трансцендентный киртан, и все живые существа, даже птицы и деревья, они плакали, а это волшебный язык Харикатхи. И настоящая Харикатха, она разжжет огонь в нашем сердце, это есть настоящая Харикатха, и поэтому Джива Госвами Пад, он говорит в этой шлоке, Джива Госвами Пад, он в Сандарбхе, он говорит эти слова. Есть два вида лекторов, те, кто говорят, дают наставления. Одни стремятся к почету, славу, к славе, уважению. Они могут красиво говорить. И я вот только что сказал, что Шрила Прабхупад говорил, что мы должны прежде всего обращать внимание на источник Харикатхи. Мы должны помнить это и не забывать источник, откуда это все исходит. Шрила Прабхупад говорил, мы должны полагаться на источник Харикатхи, иначе мы будем обмануты навсегда. И в то же самое время под руководством Гуру и Вайшнавов, служа им, можно достичь совершенства вашего видения, даршана и слуха. Как только вы услышите, если это будет настоящая Харикатха, то ваше сердце откликнется, что это настоящая Харикатха, вы сможете осознать и автоматически вы почувствуете. Вы, может, не знаете, кто говорит, а просто слышит. Это трансцендентный звук в ваше сердце, оно скажет вам. И такая Харикатха, она может разжечь огонь в вашем сердце. И это главное.
И вот Наротама Дакур, он хотел сказать, что вне зависимости от касты, убеждений, происхождения или веры, мы с открытым сердцем мы должны, мы не должны быть узкими, мы должны быть широкомыслящими. Кто может проповедовать, кто достоин проповедовать? Это долгая тема, поскольку если каждый будет проповедовать, все кому не лень, то в Писании говорится, что те люди, которые проповедуют то, чему они сами не следуют, это запрещено проповедь для них. Что кто-то может говорить о какой-то высокой философии, а сам он ничему не следует из того, что говорит, то биджа, силы, могущества такой проповеди не будет. Рупа Госвамипад говорит, в пустыне только песок и песок. Если мы посадим какое-то семя в такую пустыню, то толку не будет. Этот цветок засохнет только. Что толку? Поэтому в Писаниях говорится, что не пытайтесь сажать семена в бесплодную почву или в пустыню, или еще где-то, где нет потенциальной даже возможности им порасти. Вот это на Бенгале звучит, это пословица так. Не пытайтесь выдать вашу дочь замуж за человека, который не мужчина. Имеется в виду, не нужно выдавать свою дочь замуж за мужчину, только не за непонятно людей непонятного пола. In Vrindavan, big fighting going on. Jiva Goswami Prabhu not following Rupa Goswami Prabhu, Sanatana Goswami Prabhu. Во Вриндаване спорят о том, что Джива Госвами Пад не следует Рупе и Санатане. Но это глупость. Кто такой сказал? Джива Госвами Пад, он хотел только защитить нас. Он полностью находится в наставнической преемственности с Рупой и Санатаной. Я в предыдущую Гуру Пурниму говорил об этом. Это очень научно. Кто может проповедовать, а кто не может проповедовать? И Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад, я имею в виду, говорит такие слова. Есть два вида тех, кто дает наставление. Первые те, у кого нет желания обретения славы и почести. И слова такого чисты. Те, кто говорят Харикатху для удовлетворения Верховного Господа и для того, чтобы спасти нас. И другие лекторы, которые говорят только для того, чтобы обрести славу, почет и уважение. И в этом случае то, что они говорят, это не может спасти нас. Джива Госвами Пад говорит об этом. Джива Госвами Пад, он дает такой совет. У нас нет права давать, мы не можем мы позволять сидеть на вьясасане такому человеку, который стремится к славе, к почести, к уважению, он просто осквернит эту вьясасану. И что я хочу сказать, Рупа Госвами Пад говорит, что вы глупы, вы садите семя в безжизненную пустыню, и поэтому, как и подобно тому, что глупо отдавать
за свою дочь замуж за человека, за человека, который не мужчина, и это глупо, и такие люди, и от такого союза не родится никаких детей. И в то же самое время вы не можете давать мантру каким-то этим недостойным людям. А сейчас это наставление часто не... этому правилу никто не следует, и поэтому так много проблем возникает, нету качества сейчас. Никто не понимает, какие качества какие ученика должны быть, поскольку никто не заинтересован в этом. Санатан Госвами говорит, Бхактивинода Тхакура говорит, можно изучать наследие Шрилы Бхактивинода Тхакура, и Бхактивинода Тхакура говорит, что мы должны думать снова и снова об этом. У нас нет права давать мантру такому человеку, который недостоин получить эту мантру. Конечно, много других критериев нужно судить. Думать, кому давать манту, кому не давать, нужно следовать этим всем правилам и предписаниям, иначе проблема в этом. И вот те, кто говорят харикатху, но у них нет чувства, они говорят только из-за того, что запомнили и слушая таких, только проблемы возникнут. И вот Шрила Прабхупада говорит нам, что мы должны зависеть от настоящего источника харикатхи. Кто-то спрашивает, а как мы можем понять, где настоящий источник, а где нет, кто истинный, а кто нет, чем же измерить. И Шрила Прабхупада говорит, по крайней мере, то есть вопрос был, куда же идти? И ответ был такой, что нужно идти туда, где, по крайней мере, не совершается оскорбление святого имени, где совершается намапаратхи, туда не нужно идти. То есть нужно участвовать только в тех мероприятиях и ходить в те места, где... по крайней мере, не совершаются оскорбления святого имени. Если вы хотите еще и прогрессировать в духовной жизни, то тогда вот следующий совет. Это главное наставление, данное Рупа Госвами Падом. И вот говорите, что если мы можем найти такое общение, такую личность, которая находится в нашей же наставнической преемственности, если мы пойдем общаться, например, с каким-то саду, с Рамануджа Сампрадай, это можно как бы осуждать я не буду, он саду другой Сампрадай. Меня часто приглашали с Рамананда Сампрадай и Саду, я общался с ними, но их философию я не принимал никогда, поскольку я принял то, что дал нам Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, и я следую этому, но поговорить с другими саду, с другой сампрадай, как бы это можно. Но если вы получите общение с каким-то великолепным саду, с Рамануджа Сампрадай, но вкус расы вы не почувствуете, поскольку это другая сампрадай, у нее другая раса совершенно. Те возвышенные саду личности, они могут идти, они могут даже с Майавади разговаривать. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что если мы встретимся с Майавади, нужно пойти и принять омовение вместе с одеждой. Но я вот, например, в Харикатху, в Харидване много раз говорил, там если идти по дороге, то много Майавади встречаются, то каждый раз омовение принимать это неудобно. Но
есть много видов омовения. Мантра снан, например, если вспомнить лотосные стопы Нитянанды, Гуранги, или посмотреть на солнце. Это Сурья снан. Есть много видов омовения мантра снан или омовения в пыли с лотосных стоп Вайшнава, Дивья снан, мантра снан. Или омовение водой, много видов омовения. А во Вриндаване, если встретим мы Майвади, то можно взять пыль с Вриндавана и посыпать себя ею. А если пыли такой нету, то можно мантру повторить вот это. In a patit pavan, Prabhu, when I meet one Mayavadi, I can think about you. Be careful. Я молюсь Джаганатху, что если я встречу какого-то Майавади, что я, чтобы я мог бы вспомнить о патит паван Джаганатхе и очистить меня. Maybe you are in Africa, Russia, America, anywhere. Some contamination is there. То есть везде, если вы встретились с каким-то осквернением, но нужно встретиться с нужно подумать о Джаганатхе, о Патитпава Джаганатхе. Если это не очистит вас, то уже ничего не очистит. И вот таким образом мы должны слушать настоящую Харикатху день за днем. И вы почувствуете реакцию в вашем сердце. И вы должны следовать тем же правилам и предписаниям, которые даны Санатаны Госвами и Махапрабху. Если мы иностранные преданные, например, то это не значит, что у нас правил, для нас правил меньше или больше. Я не сахаджи, вы можете позвать меня или не позвать, я не забочусь об этом. I cannot make separate rules and regulations. You have to follow strict regulation. Rules and regulation form. So you see, actually, вот, смотрите, суть в том, что I started with the point, but I was also interested to speak about that devotee who is from North Bengal, you know, I told, was Parvat Maharaj. Later on, he was Parvat Maharaj. Начал говорить о том преданном, который работал охранником, не знал алфавита, даже потом он стал Парват Махараджем. Но у него была хорошая память, он запоминал. Он запоминал то, что говорил Гурудев, и повторял его слова. И так много людей, они были привлечены им. Он стал такой великой личностью. Как это возможно? Можете ли вы сказать? Я могу пример привести. Один преданный говорил перед Мадхавой Махараджем и говорил: «О, Гурудев, вот он не следует вам». И Мадхав Махарадж слушал. Gurudev, he is independent. He opened one more than Govardhan. This that don't, you know, help him. Ah, это. Gurudev looking at this that. Кто-то жаловался Мадхав Махараджу, что Парват Махарадж, он открыл матх на Гавадхане, не следует. Gurudev, don't give sannyas. Мадхав Махараджу, но Мадхав Махарадж, он решил ему дать саньясу, но какие-то другие преданные начали отговаривать Гурудева, чтобы Гурудев не давал ему саньясу, поскольку тот не образован. А Мадхав Махарадж сказал, что остановитесь, не нужно мне советовать. Если я не дам саньясу этому преданному Парват Махараджу, то Кришна не простит меня. Что вы говорите? Да, Мадхав Махарадж, он сказал именно такие слова. Я должен дать ему саньясу, поскольку Гурудев, он не глуп. Гурудев, он знает все, что внутри вашего сердца и внутри моего сердца. Мы не можем пытаться контролировать своего Гурудева. Это очень опасно. Никогда не пытайтесь контролировать Гуру и Вайшнавов. Это очень опасно. Give pratishta to everyone.
Вы должны выражать свое почтение всем и не пытаться обрести это почтение и уважение. И тогда мы сможем, и тогда Харикатха, она может явиться в нас, и мы сможем говорить подобно огню. Харикатха, она трансцендентная. И то, что мы слышали от Гуру и Вайшнавов, мы должны помнить это. И домохозяева, они могут быть более возвышены, чем брамачарья. Смотрите, все преданы, практически все преданные Махапрабху, не все домохозяева, в чем проблема? Если мы домохозяева, то в чем проблема? Мы также воспеваем святые имена. И мы все время должны повторять святые имена. И вот в этой строке, шлоке говорится, что мы не должны останавливаться. Мы должны всегда повторять святые имена. Готовы мы, едим куда-то, что-то делаем. Мы всегда должны повторять святые имена. И в то же самое время Джива Госвами Пад говорит, постепенно вы сможете получить доступ. Я сижу на Вьясасане, я говорю истину. И вот в этой шлоке говорится, что я постепенно могу объяснить эту шлоку, которую составил Джива Госвами Пад. Meaning I can speak, but I can touch because I have to catch train. Duani can catch train. Now I can touch. И вот краткое значение этой шлоки таково. Мы должны повторять, очистить свое сердце слушанием. Мы должны слушать настоящий харинам от чистого Гурудева. Для этого нужно очистить свое сердце. И слушанием трансцендентной харикатхи наше сердце очистится. И после этого можно найти возможность думать о форме святого имени. Имя Намруп, Намгун, Нампарика, святое имя, его качество, его спутники, его великолепие, это различные, это одна единая татва. Падам титат татва видам саттам ядгьянам аддаям. Then I am speaking about this thing. I am speaking about Navadipa. Я говорю о Навадипа Даме. If that my sound is clear, perfect, then Navadipa Dham is present. Я должным образом произношу название, имя. Это Навадипа, то Навадипа явится в своей тонкой форме. Когда Мадхавендра Пурипад, он зовет Шри Кришну, то тогда в этом звуке сам Кришна является. Он не отличен от Кришны. И когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он повторяет святое имя, то Радха Говинда, они сами присутствуют в этом звуке. И вот нам, Руп нам. Форма имени гун нам, качество святого имени, парика нам, спутники, дама нам, его обитель, все это единая татва. Но в начале всего мы должны совершать баджан совершенным образом и возвыситься до того уровня. И после этого постепенно у нас будет возможность осознать, что внутри Харинама вся Вриндаван Лила находится. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что нам,
это источник всего. Он может расцвести, подобно цветку лотоса, который расцветает утром, но не до этого. Он в форме бутона, но когда солнце восходит, этот цветок лотоса расцветает. И Бхактивинода Тхакур, он говорит, Према Калика, нам это источник, изначальный источник всего. И из этого святого имени можно обрести представление о Расататве и всем остальном. Я могу привести свидетельства различных писаний. Но это в дальнейшем будет, если какие-то вопросы можно спросить. Я хотел сказать, что в... почему Тринадапи, естественно, в наставнической преемственности Рада Анугати. Итак, вопрос. Put, you know, this impurity to yourself. Actually, I'm not speaking. In Padma Purana it is written. Okay. In Padma Purana it is written. I'm not speaking. Okay. In Padma Purana clearly it is written. Avaishnava mukhadgiram harikathamritam sravanam naiva kartavya sarpachishta jathapayo. Many times I give this. Вот в Падма Пуране говорится, что Харикатха, она хороша. I'm not speaking about that. When you are going for preaching, want to deliver people, not that you are going to stop your Harikatha for it, not that. Нет, но это что шлока не значит, что Харикатху нужно остановить. А имеется в виду, что возвышенные преданные, например, как Шрила Прабхупад, если не говорят Харикатху, для них это не садан-анга, как для обусловленных душ санкиртан, это часть саданы, садан-анга. Но для Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, это санкиртан, это не часть саданы, а это их садья, это их цель. И через этот санкиртан они могут ясно видеть Вриндаван. И в Падма Пуране говорится, что те, кто не настоящие вайшнавы, они еще не достигли уровня вайшнавов, то тогда, когда они говорят Харикатху, через их эту Харикатху какое-то осквернение может прийти. Если эти, те, кто говорят Харикатху, они недостаточно чистые, подобно тому, как молоко, оно является идеальной пищей, но мы не знаем, например, если какая-то змея прикоснулась к этому, к этой емкости с молоком, если мы выпили это молоко, которое попробовала змея, то мы можем умереть от ее яда. Хотя внешне выглядит, что молоко ни при чем, а змею мы не видели. И также Харикатха, она подобна амрите, подобна нектару, но когда Харикатху говорит какая-то обусловленная душа, которая недостаточно чиста, то в этом случае его желания материальные, слушая его Харикатху, его материальные желания мы получим. И через это осквернение я не говорю, что нельзя слушать. Слушать-то можно, но нужно совершать баджан, и тогда вы сможете осознать, какую именно харикатху можно слушать, поскольку это Гаудия госпиталь, а в Гаудия госпитале много больных людей, они пришли, чтобы лечиться сюда. И если кто-то на 80% излечился, а кто-то только пришел, то ему тоже надо лечиться. То есть мы должны
совершать санкиртан так или иначе, тогда мы сможем избавиться от материальной болезни. Все ученики всех гуру, они мои дети. Я отношусь к вам так.